Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру DinoBash, 92 уровень, который я не смог пройти. Ну что же, так, оставляем этих динозавров. Хотя, знаете что, вместо Рэмбо можно было бы, наверное, взять... А представляешь, если у нас будет два стрелка? Нет, оставим мы пока Рэмбо. А вот здесь я все-таки, ребят, заберу валун обратно. Я заметил, что от хилищего снаряда никакого толка нету. Так что будем пробовать... По старому принципу. Так, ну что же, главное не расслабляться. Так, давай-ка сразу же яблоню свою улучшим и начнем потихоньку бомбить. Ага, вот и шаман появился. Как раз надо нам его уничтожить. Бум, двоих. Замечательно. Так, ну что, давайте, наверное, вызывать динозавриков уже потихоньку. У нас метеоритный дождь. И все, кстати, больше у нас ничего, ребят, не осталось, кроме метеоритного дождя. Вот так-то. Так, ну-ка давай-ка мы попробуем вот этих вот ребят, наверное, травануть. Умрет? По идее должен, да? Есть, отдуплился. Так, дай-ка я, наверное, еще попробую. О, тихо, секунду, сейчас мы так сделаем с вами. Заморозим их всех. Ух, замечательно. Так, слушай, копейщик, шел бы ты отсюда. Ты меня напрягаешь. Вот на самом деле они напрягают, когда из-под тишка просто колят моих динозавров. То есть этот бомжих стоит, а эти из-под тишка... Так, тут шамана нету? Пока вроде бы нету. Так, ну не забываем, ребята. Так, смотри-ка, все вроде бы хорошо. У нас здесь будет катапульта, насколько я помню, да? В принципе, из-за чего мы с вами и не могли пройти. Давай-ка вот сюда мы бросим, наверное, ледяной снаряд. Замечательно, кстати, получилось все. Надо нам еще как-то улучшить яблоню, на самом деле. А ну-ка, иди отсюда. Так, динозаврик, выходи. Ну, вроде бы пока неплохо. Что-то я потерялся, во. Потерял, ребята, стрел. Ага, вот она, катапульта. Вот она, вышла. И явилась, как говорится, не запылилась. И бомжиха сразу же, да, идет там. Давай-ка мы вот тогда сделаем с вами все по... Ох, зачем я взорвал, ребята, вот эту вот бомбочку-то? Представляете, я практически в холостую потратил ее. Вот это было мое, ребята, упущение, кстати. Так, я понял, этот ханорик нам в прошлый раз Беттон принес немалых. Катапульту я разнес. Даже сам не заметил, как. А ну иди отсюда. Бежит он там, довольный. А яблочко отдай. Так, смотри-ка, здесь и шаманы. Как раз то, что нужно для моей ледяной бомбы. Слушай, отлично, идем. Что я могу вам на это еще сказать? Очень неплохо. Так, ледяшка моя там бомбит. Потихоньку их замораживает. Слушай, а врагов-то что-то тут многовато как-то, да? Шаман опять появился. Так, где моя ледяная бомба? Срочно мне ее дайте, я хочу запулить ее. Вот прямо сюда. Блин, и еще одна или две катапульты. Так, ну-ка вот сюда, если мы бросим. По идее, должно сработать. Да, неплохо, кстати, получилось. И еще бомжиха. Так, слушайте, ну все-таки в приоритете у меня уничтожить вот эту вот катапульту. Во, траванул? Нет, не траванул, ребята. Показалось, я думал, что... Все у меня получилось. Блин, он бомбит, ребят, своими снарядами, понимаешь? Так, если мы сейчас сделаем хитрый ход с вами. Знаете, в чем заключается? Вот так вот мы будем с вами делать. Бросим. Во! Снес я эту катапульту все-таки. Вот это совсем другой разговор. Игра, как говорится, нам подсобила. Так, давай-ка сюда вот валун бросим. Попадем? Нет, не попали. Так, ну-ка, траванули, отлично, все у нас хорошо. Последняя волна, вы помните, да, ребят, последняя волна, по-моему, там две катапульты будут на выходе. Так что нам нужно приготовиться к массивной, так сказать, атаке. А если мы вот сюда вот бросим еще и ледяной валун? Ну, ух, благодать-то какая, ты посмотри, что происходит. Так, тут две бомжихи еще стоит, мы улучшаем свою яблоню. Ё-просоты, что такое? Так, давай-ка вот этого, наверное, мы отравим с вами. Эй-эй-эй-эй-эй, ледышка, ледышка, давай-давай-давай-давай. Расстреливай, расстреливай, пожалуйста, вот этих вот ханориков. Ты мне... О, замечательно. Так, что у нас тут происходит? Давай-ка вот этих вот, наверное, заморозим. Слушай, а разве так было в прошлый раз? Я вот, честно говоря, не помню.
Давай, ледышка, бомби. Фу! Смачно. Так, будем помогать нашим динозаврикам. Главное, чтобы здесь не было никакого хила. И, кстати, его здесь нету. Ха-ха! Слушайте, ребята, осталось лишь две бомжихи здесь. Нет, три. Три бомжихи. Сейчас мы их с вами попробуем быстренько забомбить. И, скорее всего, уровень будет у нас пройден. Слушайте, ну сегодня мы играем лучше, чем вчера. Так что все шансы на победу у нас есть. И последний. Бомс. Ну что я могу сказать, ребята, с победой нас шикарно у нас все получилось на этот раз. Сколько нам дадут денег? Слушай, довольно неплохо. И давайте еще приумножим. Так, ну что, друзья, уход за питомцами я сделал задание, поэтому получаем с вами еще 6000 монет. Слушайте, это классно, потому что сейчас я смогу себе улучшить какой-то снаряд. Надо только будет определиться, какой. По-моему, ядовитый я хотел, да? А ну-ка, давай-ка глянем. Снаряды. Посмотрим, что у нас тут есть. Ледяная бомба. Нам не хватает. А, ядовитый снаряд у нас прокачан по максималке. Слушай, а что ж тогда нам делать? Может быть, какого-то динозавра можем с вами улучшить? Так, подожди, Рэмбо, не до тебя в данный момент. Ледышка у нас обучается. Тирекс. Вот, ребята, вот и ответ. Давайте его поставим на улучшение, и он будет целые сутки улучшаться. Дорого, но зато будет эффективно. Он у нас уже будет в каменной броне. Ну что, я беру на себя смелость приступить к 93-й миссии. Тут осталось, кстати, совсем немножко, и мы получим с вами двойной валун. Ну что, я думаю, менять нет смысла никого. Будем играть прежним составом, что у нас и был. Так, надеюсь, этот уровень будет изейший. Хотелось бы, конечно, мне. Ох ты, ничего себе, сразу. Что-то новенькое, ребят, сразу же начинается почему-то вот с этого вот бедолаги. Ну, естественно, бомжиха, конечно же, как же без нее? Вот, мне главное понять, будет... Ага, вот они как делают. Они делают... Есть! Так, подожди, мне нужна ледышка. Мне нужна ледышка, потому что, смотрите, кто там у нас летит на крыльях ночи. Ох ты! Ох ты, смотри-ка, тут у нас и то, и сё, и пятое, и десятое. Так, шаман, ну-ка, отвали-ка. Нам нужно его, ребята, обязательно подбить. Так же, как и вот этого вот ханорика, который бежит. Сюда нам придется, наверное, бросить вот такую вот бомбочку ледяную. Хотим мы этого или нет. Так. Смотрим, что у нас тут, ребят. Ну, пока вроде бы неплохо, но вы смотрите, что они делают. Они меня спамят. Причем вот этими гаврюшами. Очень много они сюда их выпускают. Совсем мне совсем это все не нравится. Давай, динозаврики, бегите, бегите, бегите и бомбите их всех. Так, я думаю, в чем проблема? Тут шаман, ребят, стоит, оказывается. Бросаем. Ну, воу, круто, всех наказали. Давай яблоки сюда, на базу, как говорится. Так, веточник, иди отсюда. Ну, с этой волной, я думаю, мы с вами все-таки справимся, да? Вот с этой мы должны справиться. Дальше я уже не знаю, что будет у нас. Дальше все под вопросом, под большим. Так, две бомжихи, плюс выползает катапульта, ребят, собственной персоны. Вот ее мне, блин, как раз-то и не хватало. Катапульта плюс бомжихи будет сейчас, наверное, больно. Так, я улучшаю себе яблоню. И ловим вот этого вот ханорика, ребят. Так, там одна бомжиха у нас не укрепленная, как мы видим. Так, давай, динозаврики, главное выходить сюда. Как ты достала, а, катапультище? Бомбит и все, ребят. Ну, давай, выбегаем все. Здесь травим, здесь бросаем. Причем бросаем все вот таким вот образом, ребят. Ну, что, опять мимо? Опять, ребята, все у нас получилось мимо. Так, если меня сейчас динозавриков подобьют, он подойдет слишком близко к базе, и это будет плохо. Поэтому надо ловить. Почему такой долгий откат, а? У моих снарядов, кто мне скажет? Эй, погоди-ка, их тут слишком много. Их тут... И еще, что ли, одна катапульта? Нет, ребят, нет, показалось. Я думал, что еще одна катапульта прет. Но ничего подобного. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты смотри, что... Ай, господи, их слишком много. Их слишком здесь много, ребят. Я даже не знаю, смогу ли я этот уровень
пройти. Ты посмотри, с ветками. Тут еще и шаман, там катапульта вот эта вот бесявая. В предыдущий как-то раунд у нас был изи, но тут ничего подобного, ребят, все намного сложнее. Если бы у меня был бы валун прокачанный, вот это было бы круто, на самом деле. Все намного бы быстрее бы у нас здесь пошло, дело я имею в виду. Так, веточник, слушай, отвалил бы ты, а, отсюда, ханорик. Слушай, катапульта меня это достала, вот серьезно вам говорю, она меня просто достала. Как бы мне ее подбить? Слушай, не получается у меня почему-то ее подбить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, сколько здесь, ребята, этих гавриков-то вышло. Бамс, и моего динозавра просто смели. Сколько здоровья у этой катапульты, а? Бесконечная, что ли, там? Когда мы ее подобьем? Она очень не сильно мешает, ребят, очень сильно мешает. Так, вроде бы немало, немного у них здоровья. Еще последняя волна мне пишут. Спасибо, я еще с этой-то справиться не могу. Они мне же последнюю волну запуливают. Давай вот так попробуем сделать. Так и вот так. Может быть, все-таки у меня как-то получится ее подбить. Есть! Но там вторая появляется катапульта. Не было, как говорится, печали, да? Тут мои динозаврики, смотри-ка, раздухарились, и причем не на шутку. Можно даже попробовать улучшить яблоню. Я это и делаю с превеликим, ребята, удовольствием. Так, давай-ка мы, наверное, вот сюда вбросим с вами, да? Ох ты, сколько вас тут, аглоеды-то, сколько вас тут прет. Динозаврики, давайте, 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 бомбите их. О, ледышка здесь помогает, все вообще как нельзя хорошо у нас получается. Так, давай, Рэмбо, выползай. Хватит там сидеть в норе. Так, и катапульту я попробую все-таки, ребята, это уничтожить. Есть неплохой шанс, согласитесь. Динозаврики у нас есть. Ледышка моя еще стоит, бомбит. То есть замедляет врага. И это большой для нас плюс. Ой, подбили динозаврика. Ладно, ничего страшного, ребят. Нужно уничтожить вот эту самую катапульту. Я постараюсь вот так сейчас сделать. Напряжение. Ну, ах, он успел скрыться, ребят. Да что ж такое-то, посмотри, у меня не получается. Ребят, не получается. Ну, вы поняли, да? Как только он свое рыло высовывает из катапульты, и в этот момент летит снаряд, только в этом случае можно будет его подбить. Фу, я вам скажу одно. Уровень был наисложнейший, по крайней мере, для меня. Но, тем не менее, я все-таки умудрился сохранить себе один из суперударов. Так, ну что, давайте увеличить монетки. Так, ну что, в данный момент у нас 33,5 тысячи монет. Я думаю, что есть... Фу ты, елки-палки, я уже думал, сейчас мне бесплатно дадут. Ага, конечно, 3 валуна. Ну, валуны, мне кажется, ребят, слабее, чем метеоритный дождь. Вот. Или как, астероидный дождь. Так, что у нас здесь? Призови 1000 динозавров, а здесь еще 500. Да, это долговато. Ну что, я думаю, есть смысл рискнуть пройти дальше. Вот, на 94 уровень. Конечно, хотелось бы пройти и 95, но что-то мне подсказывает... Что держи карман шире, ничего так просто не будет. Но, тем не менее, я рискую. Ну, не пройдем, будем с вами ждать следующей серии, когда я хотя бы немножко окрепну. Так, опа, опачки, ты понял, что у нас тут начинается? Вот так, не все так просто, ребятулечки. Так, кто? Мне нужен, ребята, Ледяшкин. Ледяшкин, выходи. Слушай, ну у нас, смотрите, ядовитая бомба прокачана полностью, да? Ядовитый этот снаряд. Так, что такое? Опа, нифига! Вы не припухли, родные мои? Что-то вы как-то уж довольно быстро сюда подобрались. Да что ж такое-то? Смотри, кто у нас тут, а? Ты посмотри, и бомжихи, ребята, идут. И бомжихи вышли. Ёлки-палки, я уж было подумал, что мой снаряд активировался. Но нет, все хорошо, все отлично. Динозаврики справятся с ними, по идее, должны... Вот я еще одного вызываю. А здесь, конечно... Ух ты, шаман? Я не помню, шаман был в кустах? Это что-то новенькое. Раньше такого он себе не позволял. А, смотри-ка. Ладно, давай, Рэмбо, ты как раз спец у нас по уничтожению вот этих вот всех ханориков. Да что такое-то, эй? Слушай, тут нужна, наверное, ледяная бомба. Вот сюда... Нет. Вот, конечно, ее сюда надо бы бросить, но не хотелось бы тратить ее здесь. Вот именно тут. Ты куда побежал, эй, Гаврюша? Фу, повезло нам. Я уже думал, что он все-таки туда просочился. Ай-яй-яй-яй-яй. Все-таки, ребята, я зря бомбанул. Зря я уничтожил бомбочку. Это может быть роковой ошибкой. Кстати, вам не кажется, что здесь какое-то маленькое расстояние между его базой и моей?
И постоянно вот эти вот летуны нам мешают. Это, видимо, специальный такой ход, но есть такое предчувствие, что этот уровень будет у нас коротеньким. Серьезно вам говорю, я сейчас, знаете, что сделаю? Вот так вот, хоп, я брошу сюда ледяную бомбу, а это дело все подзаправлю вот так. Ну, естественно, буду вызывать своих динозавриков. Так, слушай, ну что-то бегут они без остановки. Вы сами это видите. Конечно, хотелось бы мне как-то яблоню свою улучшить, но, видимо, не получится у меня. Сейчас, в данный момент, не выйдет ничегошеньки. Хорошо, ладно, мне, в принципе, это не столь важно. Мне важно, ребят, вот этих вот наказать. Вот этих всех иглоедов, которые здесь бегут. Ну, бумс. Отлично, просто шикарно. Так, ну, дальше я практически на расслабончике, если честно. Никаких сильных юнитов я не вижу. По крайней мере, катапульт я здесь не вижу. И это уже хорошо. Ну что мы эту бомжиху... О, яблоню улучшаем. Улучшаем яблоню. Вот люблю, когда вот эти вот архаровцы стоят вот в кучку. Как раз вот сюда вот надо бросать что-то такое массового поражения. Как у нас и получается с ледяной бомбой. Так, валунчик. Вот если бы этот валун, знаете что, при том, когда падает на землю, разбивался бы на осколки и поражал бы еще врагов поблизости, вообще было бы шикарно на самом деле. Слушай, что-то я тут обрадовался, а на самом деле враг-то не дремлет. Вы посмотрите, что происходит, ребята. Вы только полюбуйтесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай вот так вот, я не знаю, я все ресурсы, мне, наверное, придется здесь истратить даже, наверное, метеоритный дождь. Посмотри, что происходит. Очень сильное скопление врагов, и они мне не дают ничего сделать. И плюс еще веточники, последняя волна. Да какая последняя волна, я еще с этими архаровцами справиться не могу. Он, блин, последняя волна мне пишет. Давай, все свои ресурсы, ребят, все свои ресурсы будем сюда сбрасывать. Как говорится, либо-либо, либо он, либо я, тут третьего не дано. Ну, динозавр, выходи. Да иди ты, шаман, ты хорош там уже. Да... Ох, тут уже и молотки летят. Тут чего только не летит. Вы сами видели, да, только что. И подходят они практически к яйцу. Что меня совсем не радует, на самом деле. Слушай, неужели я справился? Ребят, я справился, по-моему. Ну, этих архаровцев я сейчас добью, и все, и больше здесь никого не будет. По крайней мере, мы не видим, чтобы кто-то отсюда выходил. Смачно. Можно назвать этот уровень легким на самом деле, но попотеть мне пришлось. Так, 58 тысяч у нас монет, плюс еще получим бонусом. Так, ребята, 64 тысячи, практически с половиной у нас монет. И это говорит о том, что я буду сейчас улучшать валун. Какой? Ледяной, скорее всего. Больше пока у нас никаких и нету. Так, поехали. Снаряды. Так, по динозаврам у нас что, кстати? Давайте глянем. Так, ну, Терекс у нас обучается. Можно, кстати, ледышку поставить. А, нет, ребят, ледышка у нас тоже обучается пока. Так что все сводится к тому, что нам нужно улучшать снаряды. И это будет у нас ледяная бомба. Хватает, хватает, как раз. Ну что же, плюс 200 к атаке. Это неплохо, ребят. Следующее улучшение будет стоить 67 тысяч. Дорого, но зато это будет последнее улучшение. Ну что же, 95 уровень. Если мы с вами его пройдем, мы получим с вами двойной валун. Очень сильно, конечно, хочется мне его получить. И представляете, у нас от одного валуна довольно неплохой урон. А теперь представьте, когда их будет два. Так, ну что, что ты, бомжиха, идешь? Я больше уверен, сейчас, наверное, здесь, ребята, будет шаман. Что там такое? Катапульт, что ли, двигается, или мне кажется? Ага, понятно. Летуны, значит, да? Ну, точно, ребят, смотрите. Двигается катапульта на нас. Собственной, блин, персоны. Слушай, ну не было печали, на самом деле. Что делать? Как здесь? Как быть? Давай попробуем вот так вот сделать. Высунется? Он не высовывается, ребят, представляете? Он даже не посмотрит в мою сторону. Что ты будешь делать-то? Вот, вот, ребята, он высовывается. Бум, бедная моя ледышка, ребята. Отдуплилась она, к сожалению. Но другого варианта я пока не видел. Мне пришлось, ребят, так сделать. Слушай, да что ж такое-то? Что? Ох, тут и шаман. Тут, да, тут очень будет, ребята, жестко. Так, даже не попали, да? Даже не попали ни по кому.
Так, ну-ка давай-ка я вот сюда, наверное. Нет, вот сюда все-таки сброшу. Ну слушай, ну расстояние пока и есть до нашего яйца, да? Так, что там, одна за другой, естественно, ребят, конечно же. Конечно же, куча бомжих, все орут, все довольные. Слушайте, знаете, в чем проблема? Мне не хватает яблок. Я думаю, что за фигня? Яблоки, с яблоками проблема. Если у тебя нет яблок, естественно, ты не сможешь призвать динозавриков себе на помощь. Вот так-то вот. Слушай, давай-ка мы вот так вот попробуем сделать. Оп, тут еще как раз шаман идет. То, что нам нужно. Попался. Немножко мы нанесли урона, как вы видите, этой катапульте. Но бомжи тоже не дремлют. Смотрите, они пробиваются. Они пробиваются ближе ко мне. Так, яблочко получил я. Блин, катапульта, ты достала уже, а? Ну, серьезно. Давай уже это, погибай. Где там эта птичка, которая... Ну, есть! Совсем другой разговор. Совсем, ребят, другой разговор. Когда катапульты нет, сразу и дышится, и живется спокойнее, верно? Так, вот эти вот мне не нравятся еще аглоеды, которые здесь ветками в меня бросаются. Надо их подбить. Они даже на самом деле опаснее будут, чем те же самые бомжихи. Поверьте мне. Так, опять еще, ребята, появляется следующая катапульта. Блин. Да. И она, ребят, не вылезет. Точнее, этот хмыриш не вылезет до тех пор, пока, типа, не увидит, да, моих бойцов, чтобы якобы ему прицелиться. А вот так вот все это работает. Ну, отлично. Так, вот сейчас он, вот, ребята, вот он уже высовывается. Начинает высовываться и потихонечку начинает стрелять. Он начинает стрелять. Так, а мы с вами, естественно, будем как-то защищаться. Давай динозаврика вызывать. Так, вот этого вот веточника надо убить. И, соответственно, подлавливать. Ребят, подлавливать. Ну, когда же ты вылезешь-то, а? Вот, вылез. Ну, да ё-моё, ну что ты... Ай, как же все это не вовремя, ребят. Давай попробуем вот так сделать. Нет, у нас получается так, что снаряд летит в тот момент, когда он прячется. Это нехорошо. Так не должно быть. Ну, давай еще этого хмырёныша. Во, катапульту разнесли. Катапульту мы с вами только что разнесли. Это хороший знак. Так, погоди-ка, погоди-ка. Вот этот-то куда идет-то, эй? Этого-то будем ловить или нет? Ну, не надо, не надо, не надо яйцо бомбить мне. Аглоедыш, ты что творишь? Ну, ты отдуплишься, отдуплился. Повезло, крупно говоря, мне. Так, а вот это мне не нравится. Слишком тут много кустов. Для чего это все здесь появилось? Для чего, я вас спрашиваю? Ух, накрыло всех медным, ребята, тазом. Так, шаман, уйди отсюда. Я же вижу, что ты здесь балуешь. Слушай, мне просто охота, ребят, получить валу, на самом деле. Оу, щет. Нет, 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 ребят, не хочу, не хочу. Чтобы эти аглоеды подошли как можно ближе ко мне. Вот, и она катапульта начинает бомбить уже. Все, надо ее уничтожать. Это знак, ребята. Нам нужно... Мы даже не траванули, да? Даже ничего не сделали. Ох ты, бомбежка, бомбежка. Ребята, я не знаю, что. Давай вот так попробуем сделать. И вот так. Еще вот так. Ледышка, давай, бомби. Там катапульта подъезжает. Слушай, может быть... Хотел сказать, может быть, метеоритный дождь. Можно было бы, конечно, ребята, его активировать. Ох ты. Их слишком много, ребят, здесь. Их слишком много. На такую маленькую площадь. Так, вот этого говнюка я все-таки уничтожу. Попробую, я постараюсь, ребят. Он бомбит. Конечно, бомбит. А что ему еще остается делать? Вот он, этот шаман, которого нам нужно уничтожить. И тут рядом яйцо уже. Ох, не знаю я, ребята. Ох, не знаю я, как мы тут с вами будем сейчас выживать. Так, у нас тут якобы последняя волна, да, говорили? Оу, щет, они уже пробились, ребята. Нет, 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 нет. Твою же маковку. А что если я потрачу, ребята, вот так вот? Попробуем. Я хочу попытать свое счастье. Вдруг у меня, ребят, получится, а? Конечно, это не вариант, но... Авось прокатит все. Во всем виноват, ребята, вот этот вот аглоедище на самом деле. Именно катапульта
Все мне здесь сбивает, все карты. А если мы вот так вот сделаем? Как говорится, все ради валуна. Так, шаман, а ну-ка сдриснул отсюда. А ну-ка, давай так попробуем сделать. И, наверное, вызовем еще и Рэмбо. Так, этот рядом, ребята, поэтому есть шанс, что мы можем его подбить. Так. Слушай, ребята, по-моему... По-моему, есть шанс у нас с вами. Я, конечно, потратил свой последний суперудар. Это был метеоритный дождь, но оно того, наверное, стоило. Фух, а что я дальше буду делать? Я ума не приложу. Но, тем не менее, денег дали неплохо. И еще сейчас получим здесь бонус. Ну что ж, друзья мои, мы с вами заработали 34 тысячи монет. И не забываем, что нам достается двойная глыба. Такой же огромный урон, такой же неточный, но целых 2 снаряда. В принципе, это хорошо. Так, что у нас тут? 600, здесь 100. Понятно. И сколько у нас стоит первое улучшение на валун? Ну, в принципе, там должно быть не так дорого. Сейчас мы с вами, ребята, это дело посмотрим. Так, улучшить снаряды. И... так, спускаемся сюда вот пониже. 28 тысяч. Ну, ладно, давай сделаем с вами первое улучшение. Второе будет стоить уже 32 тысячи. Так, смотрим урон, да? 1008. Это от двух валунов. А где у нас... вот эти вот снаряды, которые были. Ага, 1600. То есть от одного снаряда мы получали 1600 урона. А тут то ли от двух, или все-таки это один снаряд наносит столько урона. Не знаю, ребята, это надо будет нам все проверять. А что тут такое обозначается? Снаряды и единичка, видите, ребят, подсвечивается. Я же вроде проапал. Что еще? У меня денег больше нету. Единственное, что если только они намекают на то, что парень, возьми это к себе в снаряжение, так это само собой. Ну что же, друзья мои, давайте мы, наверное, на этой ноте с вами будем закругляться. Нам осталось совсем-совсем немножечко, буквально 4 уровня. И мы с вами пройдем эту замечательную игру. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars.